Osan. Дорогие наши, сегодня мы попробуем погрузиться в атмосферу японской эстетики, японского изыска духа и японской высшей литературной традиции. Сегодня мы увидим фрагмент фильма «Йоко Оно». Вы помните, так звучал псевдоним возлюбленной Джона Леннона «Снежная женщина». Легенды о снежной женщине, о женщине-оборотне, о женщине-кицуне, лисице, которые часто не были негативными персонажами, отнюдь. Они были странными, они несколько пугали, но они приносили иногда какую-то просветленную печаль японским самураям, японским рыцарям. Вот об этом сегодня будет наш рассказ. И фрагмент этого фильма фактически предваряет те самые интересные посиделки, которые обожали японцы. Они собирались и рассказывали друг другу удивительные, волшебные, иногда страшные истории. Далекие времена. В минной Хиде из уст в уста передавалась легенда о снежной женщине. Будто бы она, снежная женщина, ночью в буран и метель скитается по горам и равнинам. И каждого, кому доведется встретить ее на пути, сковывает холодом, лишает жизни. Обитатели деревень Мины и Хиды верили этой легенде и боялись покидать свои жилища в зимнюю непогоду. Легенда о снежной женщине. Все-таки нашли его. Благословенное дерево, оно как будто дышит. Да, оно живое. Сотни лет простояло, все еще живо. Наконец-то
Наконец-то мы нашли его. Помолимся. Если мы проведем здесь ночь, ничего плохого с нами не будет, так я считаю. Но зато будет что вспомнить. Счастливый у нас сегодня день. После долгих поисков мы все-таки его нашли. И пусть за стеной снежная буря, в моих ушах не рев, как сладчайшая музыка. Да, я думаю, его святейшество даст вам разрешение, вы начнете работу. Мне бы хотелось начать, не откладывая. С богиней милосердия, которую я вырежу из этого дерева, не сравнится ни одна другая. Ни в нашем округе, ни в соседних. Я вложу в эту статую все свое умение, все искусство. Я сделаю ее такой, что она останется века.
мне не хочется лишать тебя жизни. И я тебе ее оставлю. Но смотри, никому ни слова о том, что ты видел здесь, в этой хижине. Никогда никому. Ты не смеешь поговорить даже с самым близким тебе людям. Вековая любовь и интерес к привидениям жили в Японии с давних времен. Летними жаркими вечерами собирались для пересказов легенд о привидениях жители сел. Они рассказывали в абсолютной темноте при свечах. И после очередного рассказа свеча тушилась. И уже самый последний рассказ о привидении был в абсолютной темноте. Москитная сетка, натянутая в саду, шевелилась. Лунный свет добавлял абсолютное впечатление, что привидения светились в этом месте. Эта любовь была и на низовом уровне, в быту, и на сценах такого театра, как Кабуки. О, кто попадал на спектакли о привидениях в театр Кабуки, видели и испытывали потрясение, кровь стыла в жилах, когда появлялось на сцене привидение. Это помогало справиться от жары, ведь это было в летние жаркие вечера. Но самое главное было то, что рассказы о привидениях формировали характер. Они воспитывали мужество, что было очень важно. Сегодня мы расскажем некоторые легенды и проиллюстрируем их гравюрами Йоситоси Тайсо, 36 новых видов привидений. Ряд этих гравюр имеется в коллекции нашего музея. Йоситоси Тайсо – удивительный мастер гравюр 19 века. Он жил в сложное время, время ломки, феодализма и новое появление эпохи. Именно эта серия принесла ему славу, но и лишила его рассудка. Он попал в дом умалишенных после такой близкой встречи с привидением. Итак, мы начинаем. Ах, благородные мои друзья, помню, как-то был случай. Его поведала мне моя бабушка. Раньше ей об этом рассказывали ее товарки, подружки, которые когда-то обитали в том районе. В районе Инари, садов Инари в Киото, любил очень гулять благородный господин Ясуна. Однажды гуляя там, он услышал шум. Псы гнали зверя. Ясуна был человеком опытным и догадался, что, видать, лисицу гонят. Он знал, что за лисицами охотились, потому что считалось, что печень, представьте себе, печень лисицы имеет магические свойства и излечивает всяческие необычные сложные болезни. И правда, вдруг из кустов выскочила запыхавшаяся, несчастная,
У нее были вздымающиеся бока лисица, и в отчаянии бросилась в куст рядышком с благородными ясулами. Он пожалел зверя. Он спрятал ее, прикрыл полы халата и чинно благородно стоял на дорожке. Когда примчались возбужденные охотники и собаки, он сказал: «Идите далее, идите прочь, здесь нет того, кого вы ищете». Когда они ушли, лисица исчезла, но ему показалось, ну, может быть, просто показалось, говорила мне моя бабушка, что, убегая, она как-то по-особенному на него посмотрела. Это кицуне. Так японцы называли лисиц-оборотней, которые могли превращаться во что угодно, но чаще всего они любили превращаться в красивую, привлекательную девушку. Прошло какое-то время, и благородная Ясуна, в общем-то, перестала об этом думать, но однажды, гуляя по городу, он увидел поразительной грациозности девушку. Когда он спросил, как ее зовут, она представилась Кузунагой. Она ему так понравилась, что он недолго раздумывал и предложил ей объединить их судьбы. Ах, как он счастлив! Кузунага родила ему в скорости прекрасного мальчика, и они жили в любви и в радости. Так прошло 3 года.